Мне надо ехать забрать, купить бэушную резину на мой мотоцикл. И по пути решил немножко попутешествовать, показать вам еще тут замки. Вот тут находится Айхтесхайм. Он называется вообще-то просто как замок, но такие замки называются замок на воде, потому что вокруг него находится канал с водой. Он красивый, здесь парк красивый тоже. Когда-то сюда приезжали с детишками. Вот красивое дерево. Сейчас обгородили, там все время дети лазили. А на ветке прям, ну, это почти стелится по полу. Вот такой парк здесь. Сейчас пройдусь вокруг, сделаю фотки. Здесь в парке стоит какое-то современное искусство. Непонятное. Также здесь тоже вот с железом смешано. Такое современное искусство. Тоже непонятно, что это должно обозначать. Вот сам у них здесь въезд. Мост такой каменный. И вот замок. Там какой-то герб нарисован. Вот сам парк. Где можно прийти отдохнуть также. Птички, утки плавают. Вот замок во всей красе. Три стены. Как буква П почти. И вот сзади начинается сам парк. В этой же деревне находится замок. Он, первая постройка была вот в 1522, вторая постройка была в 1758. Сейчас это находится в частном хозяйстве. Не разрешается заходить, только вот можно посмотреть снаружи. Она была, как говорится, уже один раз разрушена во время 30-летней войны. Здесь такой вот двор. Ворота прям такие позолоченные. Здание, двор. Замок называется Дуглас, потому что хозяин был Дуглас, это Шоты, Шотландии был, и постройка была 1856-57. Англо-шотише стиль, такой, в таком виде он был, вот как он сейчас мы видим. Это сейчас закрыто, во-первых, из-за короны закрыто, во-вторых, то, что здесь проживает сам хозяин,
не сам Дуглас, а кто-то из его последователей. Сбоку можно тоже немножко увидеть, как здесь выглядит. Здесь напротив церковь тоже такая большая стоит. Сейчас попробую здесь запустить мою птичку. Тут памятник павшим во время войны. Вот такие вот ворота, там герб какой-то. Здесь вот такая вот башня сохранилась. Я поначалу думал, что это башня какая-то оборонительная. Оказывается, тут старая церковь какая-то стояла. Я сейчас объеду вокруг и посмотрим, что еще можно увидеть вокруг этого замка. Тут вот вдоль дороги, здесь я вдоль железной дороги сейчас проедусь, покажу вам этот замок. Жалко, что до какого-то времени запускали, можно было смотреть этот замок. А теперь только если какой-то особенный праздник, если будет, тогда пускают. Сзади вот тоже подъезд, но здесь написано заезд нельзя, мне туда нельзя. Ворота еще вот и здание одно такое вот. Вот здесь задний двор этого замка. Вот здесь мало чего видно, все заросшее, как будто заброшенное. Вот тут вот спереди жилой дом какой-то. Здесь какой-то заброшенный дом, не знаю. Ну, сейчас есть еще одна улица наверх, проедусь туда, тут новостройка. Тут новострой, сзади этих домов находится внизу этот замок, вон башня церкви выглядит. И эта вся территория принадлежала раньше этому замку. Это ихний парк был, здесь где гуляли. Также остался вот этот вот мавзолей. Как написано в интернете, вроде, что это мавзолей, который принадлежал замку. Его так и оставили здесь. Я прошелся вокруг, нигде нету подхода. Заросли. Значит, он заброшенный уже. Вот если в эту сторону посмотреть, тут вот я разыскал, где находится здание. Вот, вот заросшее, круг заросший, там фундамент. Там павильон стоял. Я нашел в интернете старую карту. Как выглядел у них здесь их сад у этого замка. Ну, тут много, мало чего осталось. Сад заросший, никому не нужен. Я приехал в следующую деревню. Здесь тоже замок Грунбах. Деревня тоже Грунбах. Первое вот появление в 1965 году. Тоже несколько раз было захвачено. Менялись хозяева. Вот на деревне замок или это крепость. Она также находится в частном имении. Видать, не запускают туда. Вот такие вот здесь ворота. Сейчас отъеду в сторону, смотрю место, где запустить мою птичку, с какой стороны. Так как мне солнце мешать будет, мне придется с этой стороны запускать, чтобы она не слепила солнце в камеру. Деревня тоже такая старая, улицы маленькие, старые дома, очень узко застроенный. Старый центр деревни. Как они, разукрашенные дома. Здесь домики в ту сторону. Вон там идет на главную дорогу. Здесь, может быть, какая-то старая стена проходила.
Отъехал немножко в сторону. Сзади у меня солнце как раз. Вот с этой стороны я буду снимать этот замок. Через поля, через виноградники можно подъехать, как говорится, с этой стороны к этому замку, где башня. Когда я здесь ближе подошел, тогда уже заметил, что спереди находится дом жилой. А этот замок, вот вокруг башни постройки, это все разрушено, руины уже давно. Я помню, я там ходил внизу. Вот не знаю, туда попасть невозможно, потому что принадлежит хозяевам. И они не пускают, наверное. А так вот можно смотреть. Есть какие-то праздники, в какие-то праздники это открыто, и можно заходить, вот ходить по руинам, там что-то происходит, ну, собираются люди на праздник. Приехал сейчас в город Брюссель. Видно, здесь такая длинная аллея. И она ведет в задний двор замка Брюссель. Я здесь впервые, вот на задах, большинство нахожусь спереди. Там спереди находится замок, примерно через полкилометра. Здесь между нами вон железная дорога проходит, также на вокзал. И вот этот вот сад, большой сад. И вот тут вот, где сад заканчивается, тут также вот живая ограда, стена, может быть, уже не существует. Также это вот такие вот ворота. Здесь вот закругленные дома такие вот стоят. Вот здесь стена идет примерно двухметровая. И вот такое вот закругленное здание, плюс два здания с каждой стороны дороги. Зашел я сначала вот в сторону замка, вот они, два дома, у них свой номер даже. Значит, здесь люди проживают, так думаю. Кто-то выкупил себе цветы, сад, бананы растут. Здесь также используют под гараж это закругленное здание. Вот он, сад начинается здесь. Можно сказать, это парк, также городской парк замка. Я только там до железной дороги заходил, по одному парку. Получается, они разделяются железной дорогой. Раньше это был один большой парк. Сейчас, конечно, мало чего сохранилось. Он намного раньше был больше. Сейчас где-то уже используется, застроено чем-то. Вот как здесь видно, какая-то фабрика стоит. Хотя забор стоит намного дальше. Получается, на территории парка, который принадлежал замку, уже застрои идут. Вот только оставили эту аллею и все. Сейчас чуть пройдусь, посмотрю. Прошел эту всю аллею. Здесь перегорожено. Раньше, конечно, когда-то было здесь дорога, а потом железная дорога все это разрезала. Спереди замок находится. Перешел я под железной дорогой. И вот подходим
к замку. Считается это вроде как задний вход со стороны парка. Также здесь Санна-сад начинается тоже. Здания стоят. Не знаю, как раньше это выглядело. Может быть, это был передний вход. Но сейчас там сзади здания проходит главная улица, где подъезжают. Потому что если посмотреть, вот аллея, которая длиной пару километров, и она дальше и дальше идет, неизвестно, куда она заканчивалась. Получается, раньше, когда этот замок построили, то вот дорога прямая подводила сюда. Вот широкий, можно сказать, такой двор, где подъезжали, может быть, кареты всякие. Вот парк, окруженный также этой стеной. Он здесь не очень большой. Раньше, конечно, мне кажется, намного больше это все было пространство. Вон там эта главная аллея. Тут сбоку между деревьями находится вот такой вот пруд небольшой, где утки плавают. Подплывают, думают, что кормить буду. Но я не кормлю, в общем. Потому что, как говорят, хлебом вредно их кормить. Не только всех птиц. Потому что им раздувает желудки. А если бросать хлеб просто в озеро, она начинает там гнить, разводятся бактерии, и вода, как говорится, умертвляется. Поэтому не кормлю, в общем, никого. Здесь такие дорожки. Наверное, здесь водопад тоже. Поднимаемся дальше. Я здесь давно когда-то гулял. Когда, может быть, только приехал сюда, в эту местность. Здесь такой небольшой подъем на 1 метр. Одна терраса, потом еще чуть-чуть подъем, вторая терраса, где стоит по центру почти. А не, они по краям. По краям главного входа стоят эти фонтаны два. Такое деревье, которое упало, его уже опирает, чтобы она дальше не упала. Вот это вот одно боковое какое-то здание. Потом такой вот проход. Второе главное здание. Там опять же проход и третье боковое здание. И здесь вот такой вот подход. Потому что спереди тоже такой вот двор, где можно прям подъезжать. Вот здесь также присутствует церковь рядом. Дворы. Да, я сейчас пройду вперед, покажу все. Вот видно этот передний двор. Там за забором проходит еще улица, машины проезжают. Хотя там находится еще одно здание. Получается, двор раньше тоже, может быть, был побольше. Не разделялся этой улицей. Здесь вот такой вот небольшой палисадник. Здесь тоже важное здание, где всякие государственные офисы имеют. Например, насчет свадьбы здесь, Амтсгерихт, все такое вот. В той стороне, вон в той двери. Я заходил, там Амтсгерихт. Ну, законы все решаются в этом здании. Все правила. Вот такое вот здание. Вот она улица, которая разделяет замок. Также здесь находится такой вот канал. Видать, может быть, раньше с водой был, который ограждал этот замок. И вот боковые ворота. Два прохода в парк. Главное здание, там еще один выход и центральный выход сюда на дорогу. Сейчас вот на главном входе написано, что здесь это Вахтхаус, это где охрана стояла, запускала. Постройка вроде закончилась в 1738 году. Здесь, может быть, канал проходил. Канал также видно и на той стороне. Вот сейчас перейду и покажу. Туда в центр идет главная дорога. Здесь вроде как проездная, но здесь тоже вот присутствует канал. Мне интересно, как она здесь разделялась. Потому что вот здесь канал идет вокруг зданий. Там заборы. Это здание как-то принадлежало тоже замку. И вот, как говорится, двор замка. Здесь, может быть, также находились какие-то бараки или еще что-нибудь.
у замка, где охрана жила. Вот с одной стороны видно вот эти вот ворота, можно сказать. С другой стороны их не видно. Может быть, разрушились или что, не знаю. Сейчас проходим. Сейчас вернусь назад к аллее и там запущу дрон. Потому что здесь рискованно. Тут метров 100 в эту сторону находится Гефенис. Как это называется по-русски? И я уверен, что здесь запрещен полет. Если начну поднимать, мне будет это блокировать. У таких важных зданий часто надо взлетать где-нибудь чуть подальше, хотя бы 100 метров. А лучше еще больше, потому что уже часто было так, что запускаю и не могу правильно контролировать. Все время как сигнал перебивается. Как всегда, мне солнце мешает, слепит, не могу нормально заснять. Вот сколько здесь людей, туристов. А, это школьники, уже прошло время школьников. Не надо торопиться, потому что я по делам сюда приехал. Сколько ж у школьников, там, видать, поезд их высадил, они куда-то идут все домой. Здесь я почти в конце парка у железной дороги. Вот здесь вот цветочный сад. Розы всякие. Солнце уже село. Приехал я в этот замок. Последний. Придется еще повторить это все в дневном свете. Три стены обороняют. Это первая, вторая и третья. Вот вход. Заходим во двор. Здесь ресторан. По кругу здания. И башня вверх идет. Я помню, мы здесь были давно. Здесь колодец. Можно, наверное, подняться туда еще. Помню, здесь были с детишками. Наверное, лет 10 назад. И поднимались наверх, на башню за 1 евро. Можно подняться. Но теперь я уже подожду. Может быть, опять приеду сюда с детишками. Стены прям такие обмытые, натертые. Местами видно, что это старые, как здесь, а местами или лучше камень, песочный камень, или заменили. Вот здесь лавочка, можно кайфовать. Внизу еще вот такой вот выступ, спуск в деревню. Деревня здесь небольшая. Туда пройтись можно вдоль, вокруг третьей стены.
Давай вокруг всех стен можем пройтись. Мне домой туда куда-то. Там мой дом через 30 километров.